В Одесской области около 5000 сирот. По официальной статистике, именно такое количество детей без родителей находится в интернатах. Из них у 900 ребят нет вообще никаких родственников. С прошлого года в Украине проходит день молитвы за детей-сирот. 7 ноября ее прочитают в Одессе. Это та часть детей, которые являются, скажем так, не живут в семьях, они не знают, что такое любовь, ласка и забота. Поэтому это мероприятие, оно будет проводиться у нас на Думской площади возле Дюка в субботу в 12 часов начала. И туда будут приглашены дети из разных интернатов, для которых как раз и будет проводиться вот это мероприятие, для того, чтобы дать им понять, что мы все-таки их любим, о них заботимся и хотели бы им помочь. На мероприятии будут представители церквей разных конфессий. За детей-сирот прямо на улице священнослужители вместе с одесситами помолятся впервые. В свою очередь ребята из интернатов готовят развлекательную программу. Они будут петь и танцевать. Организаторы призывают меценатов и бизнесменов помочь детям, у которых нет родных. Я бы хотела, чтобы это проходило на немножко другом уровне, где будет заинтересовано гораздо больше людей. Это и меценаты, и бизнесмены, которые хотели бы откликнуться на то, что к ним обращаются за помощью. Организаторы приглашают всех одесситов прийти в полдень в субботу 7 ноября к памятнику Дюку и вместе помолиться за детей-сирот. Отмечу, что официально день молитвы в воскресенье 8 ноября. По такому случаю в церквях всех христианских конфессий пройдет молебен за детей.